Всем привет, с вами Гури Зверев. Сегодня я буду комментировать ролик Минейча. Это был его бывший канал, сейчас у него есть новый канал. Этот канал он продал какому-то крендель, максимуму. И вот, у него подписчиков стало меньше, это максимум. Ну все, привет. Ну все, начали. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале. Кто нахуй? И сегодня у нас будет. Бля, даже канал неправильно ролик. Сказал. Мы будем пугать. Я тебя уважаю, Минейч. Кричать на весь Челябинск. Ну вот такой у нас будет ролик. Так, ну вот я засел в кустах. Так, вот никого нету, вот ждем. Первую нашу жертву, выжидаем. За это ему штраф могли бы впаять этому Минейчу. Жертва первая. О, вот. Да какой это велосипедист? Ну то есть велосипедист это, ну блин, не мальчик. Может ему 19-20 лет, может 18. Сука, развеселил Минейч. Сука, блядь, ёбок уехал, блядь. Так, дорогие друзья, вот да. Ну вот, как развеселил. Вот наш. Блин, тебя же за метершин могли в тюрьму. Блин, тебе могли штраф впаять. Блядь, фокусируйся. Вон Минейч могли бы штраф впаять за то, что он матом на улице орёт. Охуенно, сейчас в туалете доебётся до кого-то. Круто, сейчас охрана придет. Пизды ему даст. Прикольный ютубер Минейч. Охуенно матом орёт на всю улицу. Сука, ты еблан, что ли? Еще на этом едешь. На паровозике для детей. Тебе ж, блядь, 19 лет, сука. Ну ладно, всем пока. Все, хватит эту хуйню смотреть.